Сейчас проходит этап подготовки к чемпионату мира 2018. В этом году Федерация смешанных единоборств ММА запланировала 7 сборов. Это технико-тактические сборы, чтобы ребята в начале года, как раз пока соревнования не начались, они могли улучшить свою технику, какие-то моменты проработать. Технически специально был приглашен из клуба «Горец» Махачкала Дагестан тренер. Меня пригласили, я приехал из Дагестана для помощи в подготовке на чемпионат Европы и мира. Первый раз я приезжал на последний этап подготовки. Подготовились, выступили, я считаю, что удачно. На эту подготовку с первого сбора до седьмых я буду и думаю, у нас все получится. Какие-то секреты, может быть, какие-то новые приемы, обмен опытом между нами, между дагестанским и украинским тренером произойдет. И будет приятно познакомиться с новыми ребятами. Сейчас подходит к концу первый этап из 7 подготовки чемпионата мира. Я очень благодарен, ну, как и все спортсмены здесь, за предоставленную нам возможность Федерации ММА Украины тренироваться на этих сборах. Они пригласили очень хороших и опытных тренеров с клуба «Горец» с Дагестана для того, чтобы они поделились с нами своим опытом, и мы переняли от них какие-то навыки и стали на уровень выше, и все-таки привезли в Украину первый пояс чемпиона мира и медали, и настроены на победу. Мы очень много чего нового узнали, приехали все бойцы с Украины, лучшие тренируются, помогают в подготовке. Надеемся хорошо выступить на чемпионате Украины и показать хороший результат на чемпионате мира. Спасибо Расулу, Антону Бланку за хорошую подготовку.